Все, мы на стримчике. И сразу тишина, огромная еще ответственность появилась, или что, я не понял. Конечно. Какая нахуй ответственность? Я на новой работе материться даже перестал, представляешь? Я себя человеком начал чувствовать спустя столько лет. Спасибо. Нет. Вообще, я терпеть, да. Мат терпеть не могу, но иногда, ну, из-за того, что извращаешься, начинается. Одна матершина начинается. Мы стартуем, что ли? Блин, может, енотика подожди? Давай подожди. Борис, давай подожди. Давай, может, там 40 минут играть. Да не, там уже там 3 модерна на фланге, он там все слил, и там сейчас все закончится. Не, там пацаны вытянут. Не переживай. А, ну у него уже 3 Леклера приехало. Не, в принципе, да. Ну, все нормально будет. У меня, кстати, кровать появилась наконец-то. Кровать? Да, да. Ну, ты же не зря вчера к этому, к другу своему ездил там. Утешать его, блядь. Да? Я прав? А? С кем я трахаюсь, это мое дело, понятно? Не лезь туда. Да никто не спорит, что твое у меня. А вот. Ну, заходи, что ли. А куда? Да. А ты... Меня запретили, меня забанили на серваке. Да, не знаю почему. Ну и что, ты предлагаешь полчаса сидеть ждать, что ли? Ладно, я создам, окей. Окей, нет, ладно. Нет, пойдем. Куда? К аниме, герл. Да там деструктор, во-первых, там 12 тысяч поинтов, во-вторых, ну, не знаю. То есть, тут тоже, на самом деле, все под вопрос. Сейчас, погоди, надо стримчански за это вот, закинуть... Плея у Ерс, топ плеерс. Вот так. Steam, блядь, написал. Блядь, да ладно. Андрей, вы с нами точно не хотите играть? Вот прям точно. Он в игре уже. Сейчас. Разделается. А почему вы не хотите с нами играть, Андрей? Ну я там что играю, один. Ну понятно, ну все понятно. Нет. Китало, короче, какой-то, блин, а? Так. А, какими же чипсы? Как это? Ну что там, куда заходить-то? Да ты ж не будешь играть твое налево, ну. Так, сейчас надо быстренько чекнуть, что там на стриме происходит. Где-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять. Нормально. Ты не стартуй, да, пока. Что это? Ну, в смысле, когда там наберется, не стартуй, скажи это.
I don't just go back to my parents. Support. Что там по народу? Так. Роуз зашел. О, Вавилон зашел. Так. Сейчас что-то будет. Максим Борисович. Тебе требуется мой комментарий по этому поводу. Все настолько серьезно, да? Ну да, я и спрашиваю. Я бы не отказался. Моего голоса. Да, я не могу без твоего голоса. Я должен. Ты должен прокомментировать эту ситуацию. Да, ты должен говорить, ты должен своим прекрасным голосом возбуждать меня. Это ты возбуждаешь, Никита? Ты что думаешь, он в горы этот, в Аргенте? Не ты там этот, газ взорвал там, вот там в метро, там что-то. Да ну заебалось уже, Андрюх, сколько можно в этой России, блядь, жить, а? Меня что-то бомбануло, я взял и взорвал, на. Стартуй там, малый зашел, 7000 игр, блядь. Больше, чем у меня. Это такие бывают, казалось бы, да. Три совета. А, блин, три совета, да? Плохо. Их бывает. А что, куда мне? А что 30 минут поставил? Ай, да и забыл я просто. Да нам хватит и 10 минут разобраться. Ну ладно, 20. О, это что за гонорок такой, блядь? Гонорок гонористый, блядь. Шо-шо-шо? Гонорок? Что за неуважение к сопернику, я не пойму. А ты там соперников где-то увидел? Бля, вот не люблю такие понты, блядь, от кого бы они не звучали, бля. Даже если это в виде шутки, блядь. Серьезно? Я вот вообще ничего не смотрю, когда это говорю. Вообще похер. Ну, не знаю, почему у тебя это задевает. Я считаю, нам нужно серьезно поговорить на эту тему. Да, я тоже, блядь. Вот этот детский сад надо как-то отставлять, блядь. Да, это да, со стороны смотрится очень, блядь, отвратительно, блядь, на самом деле. Да есть малый, надо подкорректировать его поведение. Ну вот, корректирую. Так сказать, да, корректирующее воздействие, вот так вот, давай будем выражаться правильно, да. Да, да. Как у докторов там бывает какое-то корректирующее. Такое. Мне налево кто-нибудь даст? Ну, тебе, в принципе, кто бы дать, не знает, сможет или нет. Да, 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 да. Налево да, даже да, не да, знает. Да, 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 да. Надо же, блядь, да, да. Подъебать да. Никитку-то, блядь. Ну, конечно. Я могу туда высадить, у меня есть хороший рекорд. Я не езжу, даю. Но мне, соответственно, ты вот... Кельтик, куда, блядь? Ты драйв куда отлетишь? Налево? Я дам проверку. Какую акулу? Да, ну давай. Ну какая? Какая полетит? Какая? А если акула не полетит, а акула, скорее всего, не полетит? Ну, это уже вопрос другой. А если полетит? Да, а если полетит? А если не полетит? А если полетит? Нет, а если не полетит, ты не думал? Так, ну я бы кан взял, но пока нет, не буду. Подожду, пока выкатится, так сказать, за свет. Ну и понятно.
Вот ты что туда поставил? Там надо, сколько юнитов? Там 3 юнита у тебя там, блин, на точке мало. Нормально. Это как Суворов воевал. Он не числом, а умением, понимаешь? Знаешь, кто такой Суворов, блядь, я надеюсь? Ну, это этот. Да, что-то с Холокостом связано, что-то с Холокостом связано. Ну да, 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 я понял. Это сейчас очередной твой юмор, блядь, неудавшийся. Ничего. А зачем ты меня спрашиваешь, кто такой Суворов? Я специально, что ты неудачно поюморил. Ах, это такая игра, да, это такая игра. Да, да, да. Ух, ты меня заводишь, а? Попробуй угадай, называется. Люблю таких мальчиков. Так. Да, да. ЦВшку на базе, Максим Борисович. Я, да. Да и да. Не. Поддерживаю, согласен. Был неправ. Да услышал я тебя, что ты оправдываешься столько раз? Прошу простить. Да, блядь, я прощен. Больше не повторится. О, у меня этот летит, этот, Як-38, мне сейчас... Напал, наверное, да? Да, напал. Ну, он там промышленный. Как-нибудь его сбить бы до этого сбить? Никак. Ну, все, буканить начинаю, прям на съезд туда. Да ну, Сельтик сбил, блядь. Ой, 2 ОМа. Ты говоришь, я... Акула, я говорил. Давай, сбиваем, еби их. Сосать! Ты видел? А, все видели? Я видели. Что, Никитка, блядь. Ну, Никитка, блядь, да. Ты мою жену так больше не пугай, блядь, а то она волнуется, блядь, что плохо кому-то. Кому плохо? Никитке вообще сейчас очень хорошо. Че? А ты что такое? Он который посадил, там варчик надо? Можно, да, посадил. Где? В каком? В ближнем, дальнем? В этом. Ближнем, там. Ле. Смерч работает, ураган, не знаю, что. Да ничего. По леопарду 2-5. КГ. Конечно, КГ. Ты так было понятно. Мы не обтили, блядь. Все было по-честному. Все было по-честному, никто ничего. Я свой рот закрыл. А, там нет ни хера, что ли? Они вдвоем решили поиграть, да? Ладно. Оп, я тебя прошу, только не арти ФБ, а. Ай, блядь. Ну, у тебя рефлекс, у тебя уже рефлекс, да, я так понимаю? Уже рефлекс, да, уже не могу. Уже сейчас на шифты забиваю. Понятно. Ну до них не добраться. А он XM стоит, я ее вижу. А нет, в поле это ураган, наверное, стоит. Ураган, причем ураган. Ему пофигу, он сходится. Как бы. Mm-hmm.
Бля, вот как сейчас вылетать, вообще не знаю. Да чё, чё, там же этого. Я въебал. Въебал, да? Интера. Шемка себе там. Ой. Ну ладно, я больше приобрел. Че он не ливает, я не понимаю. Че, уверен в себе так или что? Да нас облетели, поэтому не ливает, он объехал. БК на твоем пизда, короче. Я понимаю. Ну, гепардами пробую, ага. Спасите! Вот это я игрочок. Игрочок. Это ты еще пока случайно не слил, здесь повезло. Говори. Акула-то была. У меня К-52, у тебя акула. Да, акула была, ладно, хрен с тобой. Ты прав. Я признаю свое поражение в этом. Ух, тут генерал-лейтенант сидит. Где? Здравия, Андрюх, готовься, если что, если он второго кикнет. Готовься. А кто это такой? Ан. Ан, что? Куда ты пойдешь-то? Не, тут надо съездить кое-куда. Потом. Ой, ладно, все, но. Стоп. Да ну, ты слышишь? Ладно, давайте. Мне позвонили. Лив, блядь, какая Лива? Лив. Играем там еще. Там Абрамы, 2.5 и хуймарою. У нас мимоды. И 990S. Короче, блядь. Я юбку сейчас возьму. Давай, я не хочу Балтика поиграть, замучился ее уже. Блин, вот два дня выходных, вот это вообще кайф, на самом деле, полноценных. Я что-то по смену сходил, не два было, полтора. Ну полтора, да, считай, и значит, и да, цепной это же вообще жопу. Да, все равно выходных получается, и в таком графике больше, чем перспективник, цепной выходной, если посчитать, месяц. Ты после отцепного вообще никакой, считай, ну, у тебя один день поспать, тут два дня поспать, совсем разные вещи. Ну что, пойдем направо вдвоем, ставь метку. Че, через 4 топ-танка будем играть? Да. Давай. Ты даешь все быстро, я даю за спам и ПВО дальнобойное. Ты даешь дальнобойное ПВО, правильно? Да. Я ты берешь кратталь один. Да, я знаю все. Знаешь, молодец, что врать-то? А что не орать?
Так, у меня 115 поинтов. Что нам надо еще? Смотри. Разведку надо. Ты никогда не берешь. Это взял я одну разведку. Надо сюда две брать. Ну, вторые ты, наверное, пстухи тащи. Причем один сразу протащил сюда. Я все знаю. Я все знаю. Хорошо, давай. Так, у меня 75 поинтов. Че, может оставить на самолет? Оставь, да. Что делать? Или лучше я на пламень ставлю? Я, в принципе, наверное, пламень сразу возьму. За спам сброшу. Пламень взял. First things first, I'm saying all the words inside me. I'm fired up the way the things are. Что-то мы сегодня не особо популярны, на самом деле, какой-то стрим беленький сегодня. Конечно, не будешь, наверное, енот стримит, что-то. Ну я же лучше. Тебе пойдет смотреть, блядь. У звезда, а ты кто, блядь? Ты так, блядь. Все, кому интересно, все сидят. Там же скилловой игры нет, у нас скилловая игра. И вот он умирает там просто без дымов там. А, да, кстати, не проигрывает. Ну, у нас кто-то да, 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 мразота. Это Mortal. Так. Так. Осуждаем. Осуждаем. Сами так делаем, но осуждаем, да? Не, осуждаем, осуждаем однозначно. Думаю, что у тебя не вот тут сюда встали? Тащи их куда-нибудь сюда. Не-не-не, я пока не буду смотреть. Нет. Потом посмотрю. Так, он что-то уже едет быстро. Да, как контролит, смотри, да. Ну, что-то я не вижу у нас, где они есть-то. Они то ли вдвоем налево пошли, их там приняли под ураганом, что ли, я не пойму. Где армия-то? Я сам не понимаю, где армия. Или там на все так... Там на все так плохо. Вон, походу, слева будет выходить. Ну, а слева-то это проигрыш им сразу. Я уже два пламена приготовил. Куда артить-то? Ах, куда артить? Куда артить? Ах, куда артить? На центр, что ли, заезжает, да? Бля, колонна идет. Нет. Бля, мне артить некуда, дядь. Шеймич вызывает. Давай, вызвал направо на ЦВшку. Корову вызвал, корову. Там, видать, что-то у меня не все хорошо. Вихры, аккуратней. Тащи, не тащи, смысла нет, тащи центр. Сейчас атакам представляешь? Все. Да. Что у нас там? О, танчики, это Абрам, ты стоповый. Топовый. Ну, война пришла. Куда и Артим?
не знаю, почему он именно здесь решил завернуться. Реально, чекай это камсы, и давай будем аккуратнее с этим. Рядом танки не будем возить, так вероятность увеличивается существенно. Попадание. Давай этот за Артим, дыму ему. Чего? Ну давай, быстрее. По пламени артят, видишь, да? Я один перетаскиваю, там, второй тоже. Да, артят они там. Атакамс? Атакамс по Невам, походу. Атакамс да, есть. Да, он их видеть не мог, какие Невы. Тем не менее. А, по телакам, хуй тебе сосать, псина. К нам летит что-то, пизан. Это хавк что там может лететь. Сучара, блядь. Что? Невы. Уводи. Вы убили Невы? Ты что делаешь? Че, у меня и вихор кто-то подрезал, я не понял вообще. Дед, ты что творишь? Ты будешь играть? Нево тормози, блядь, нево, ебаный. Да погоди ты. Все за тебя, блядь, все работает. Патриот у них, кстати. Мне надо вихры спасать, и все надо спасать. Я тебе снабжуху вызвал. У нас и тошки нет, чтоб ты понимал. Это плохо. Я коплю. У этих сейчас снабжух кончится, Абрамов. Блядь, как ты заебал убивать мои эти, сука. Вызвал Тошку. У нас плюс 3 идет, между прочим. В смысле пустят? Понятно, что пусть идет. Я что говорю, что это плохо, что? Морой к нам перемещаются. Ну, надо уже что-то тяжелое. У тебя ураган есть, нет? Да, где у тебя вихры, вижу. А второй где вихор, понял. А где второй вихор? Вижу, все. Да вон стоят. Все, вижу, что ты, блядь, орешь на меня? Не бестолково все. В любом случае, это такая с моими модом сводится. Атаканс пошел. Нет. Наебал. Слева рта. Черт. Томкат, что ли, летает? Может быть. Да. Чара, блядь. Он какой? Он обученный, да? Те танки чё? Живые, чё? Оцаны? Нет, живые. На чё ты едешь, убиванный? Хотя бы два этих, они там ездят, что-то стреляют.
налево, походу, переключились. Нет, один слева воюет. Конечно, там чувак даже в тур не додумается в город подходить. Переключить тебя. Это наш сейчас ливнет. Ну, у него все там хорошо, не знаю, что он ливает, если даже. Нет, ливает. Но он случайно, потому что интернет отвалится. Вопрос, кому достанется. Тебе? Нет. Под помидор атакуют. Точно? Да, да. Ты же два хуймару сосредоточен. Сайн видит Майк Шемку, за ней летит поход. Отлично. Тонко от воздуха. На помощь. Пишет этот, блядь, на помощь. Его двое пушат. Там в этом в турах, знаешь, что? Фактория. Понял. Да, блядь, опять не тошку забрал, он заебал. Атакамс. Блядь, да ну по коре ровно, да? Как ты свелся на нее, сука? Стоп, блядь! Не рань, блядь. Он заебал мне поинты пиздить, блядь, сучар. Ну, что-то дети у нас как-то, блядь, прям так жарко, блядь, я бы сказал. Не знаю куда. Я, наверное, убираю, играй тут один. Я погнал на центр. Значит, там будет все плохо. Давай, окей. Блядь, мне еще и это выортили, да сука, да ебаная. Что-то не настроен сегодня вообще на серьезную игру. Прям вообще. Ты прикинь, у меня два мимода, блядь, промахнулись. Не ори. Да мне горит, блядь. А чё за хуйня такая? Бред, блядь, собачий. Просто, ну. Болт. А где твои невы, Макс? Почему они по болту не работают? Невы вон стоят. А куда им? Нет. На фронт вытащить. Почему они не работают? Не понимаю. Потому что они не работают, дядь. Ладно, убрали мы болт, убрали. Все. Thank you.
патриот. Ну, у меня нет арты, это твоя задача. У меня нет. Мне нечего его не убивать. Так шем там к тебе прилетал, ты поставил? Да, да. Ну, там 4 кумару. 3 пока. У меня лонгбой. Ну, это твоя проблема. В смысле, блядь, мои проблемы? У меня 3 кумару было, осталось 2. Это хорошо. Я вихры сейчас к тебе буду перетаскивать. Блять! Меня бесит эти рандомные попадания. Просто пиздец, ты бы знал, как. Начинается. В деревню утром. Да как, блять? Да какая разница, как? Я даже вот не знаю, я за этим вообще не слежу. Ну не попадает и не попадает. Ну, а это самое главное здесь, не? Не-не. Каждый раз, если смотреть, как тебе попали или не попали, ну. Что такое? Вот арты нет у нас ствольной, блин. В какой игре убеждаешь, это вообще проблема. Блин, у меня подобранцы прошли. Он дым наставил, уводил своих кумару. У меня Тошка 3 раза промахнулась по ниндзя. Все, ливаем, да? Конечно, ливаем, блядь. Это как играть-то вообще? Рак, ну, мерки. Ты уже отстрелялся. Отстрелялся уже. Ну, у нас так-то один мотает, дядь. У нас пока не мотает. Мотает, мотает. Он приехал один против двоих, точку удержал. И мы с ним ничего делать не можем. Ты говоришь, не мотает. Еще как мотает. Ладно, дядь. Хуй с тобой мотает. Хочу, не хочу где-то признавать просто. Ну как мотает? Не то, что прям мотает, но немножко. Ну, подматывает, да? Ну, подматывает скорее. Давай так, давай будем честны. И он тут не один играет. Не, ну это сейчас он не один. Помочал там. Один начинал. Ну, тут шанс 22 минуты у нас продержаться еще, я особо не вижу. Чего? Чего тут за паника в рядах? Викон, вверх.
Сади. Да потому что у него слева он не держит. Вот если бы он хоть этот город держал бы, тогда бы, блин, было бы нормально. Лево не держит. Так он его не держит. Тебе и... Уж паникуй, уж не паникуй. Типа на Абрамса, блядь. Блин, три бука не убивает один этот. Да. Так, Амс, не знаю куда. Я вижу, вижу. Дай тошку твою. Да ну нахуй, все ракеты! Да. И тошка, блядь, которая по лонгбою не попадает. Ну, стандарт, дефолт, так сказать. Блин, ну меня опять в центре, я опять туда качаюсь. Вот там. Мы разрядились, если ты на них рассчитываешь, то их считаешь, что нет. Почему нельзя об этом было сразу сказать? Как увидел, так сказал. Ясно. Ясно. Че, левая? Ну тут мы не виноваты. Не, вообще не виноват ни разу. Ну, блин, по счету не сказать. Хотя вроде ничего не сливал. Как-то сегодня не настроен играть.